Аднан, слава Всевышнему, наш сын вернулся домой. Аллах услышал мои молитвы. Мы еще легко отвертелись, Нармин. Из-за этой дочери мастера Яшара мы могли потерять своего сына. У нас есть всего один сын, но мы могли тосковать по нему вечно. Не приведи Аллах, не говори такие вещи. Но знаешь, если бы такое произошло, да еще если бы Ягыс не вернулся, я бы им жить нормально не позволил бы. И этому Яшару, и этой его дочке не позволил бы я жить. Ладно, ладно, не надо злиться. Видишь, наш сын вернулся домой. Давай не будем шуметь, пусть он поспит немного. Я отправляюсь в компанию. Если что-то случится, позвонишь. Ладно, хорошо. Ну давай, с Богом. Удачи тебе. Голова. Да. Хватит думать о ней. Хватит. Елда. Эй, Люль. Говори, любимый. Только тебя не хватало. Я положила йогурт. Сынок, доброе утро, дитя мое. Видишь, какой прекрасный стол я накрыл для тебя. Я сделала бурек, заварила чай. Садись, садись, немного покушай. Нет, мне нужно идти. Сынок, но я ведь так долго готовила тебе завтрак. Ну хоть чуть-чуть покушай, а? Мама, не хочу, к тому же у меня болит живот. Я выхожу. Сынок, мой дорогой ребеночек, я знаю. Из-за Илюль тебе очень плохо, но... Вот увидишь, это останется позади. Мама, хватит. Не хочу, чтобы имя Илюль произносили впредь в этом доме. Этот вопрос закрыт. Вечером увидимся. Забыл кошелек. Будешь оставляться здесь, конечно, он будет выпа... Это Калия. Возьми, моя Розия. Пускай это колье останется моей дочерью на память от меня. Это оставь рядом с своей постелью, хорошо? Пускай это будет первый и последний подарок от родной мамы для дочери. Надеюсь, она всегда будет чувствовать мои молитвы. В день рождения она, конечно, несчастлива, но надеюсь, впредь она будет счастлива. Это колье. Колье, которое я отдала своей дочери. Сынок, что это за колье? Где ты его взял? Выронили в кафе. Я жду, надеюсь, что владелец придет, и я верну его ему. Вечером на ужин меня не ждите. Это колье. Может и такое быть? Да нет, что ты, это совпадение. Кто знает, сколько есть таких копий этого колье? А если это оно? Если это колье, которое я отдала своей дочери?
Ребеночек, я буду это терпеть. Я буду терпеть все это только ради тебя. Клянусь, я сейчас с ума сойду, а? Да куда могло деться это колье? Столько лет оно всегда было у меня под рукой. И вдруг решила потеряться, что ли? Хотя бы до прихода детишек нашла бы я. Нуран, что это? Ну что происходит, Яшар? Что это за письмо, Нуран? Что письмо этого бродяги и Агыза, направленное моей дочери, делает у тебя, Нуран? Это мама. Клянусь, это мама. Посмотри, что мы делаем из-за тебя. С первой ночи мы делаем вид перед мамой, что мы мужчина. Ладно, успокойся. Мама, прошу. Вы проснулись, любовнички? Я не хотела вас тревожить, но уже поздно. Вы вставайте. Давайте позавтракаем, и потом пойдем на улицу. Куда? Как это куда? Это традиция, сынок. Мы пойдем посетить отца Яшара и маму Нуран. Вы будете целовать им рученьки. Хорошо? Ну давайте, готовьтесь. Ладно, мамочка, ладно. Поцелуем. Ладно, готовься, женушка. Давай, моя единственная. Больше ко мне не прикасайся. Я делаю все ради тебя, как бы. Какой бы ни была причина. Говорю, не дотрагивайся, значит, ты не будешь. А сейчас выйди из комнаты, я буду переодеваться. Яшарушка, ты же сам дал мне его. Ты же в саду нашел его. Да откуда мне знать? Я ведь его не открыл, не читал. Как он смел написать это и отправить, этот Ягас? Не хватило того, что он сделал моей дочери? Почему ты не порвала, не выбросила? Почему? Все еще дома. Яшарушка. Очевидно, что этот ребенок стал жертвой брони своего отца. Если он по-настоящему сближался с Илью только ради того, чтобы защитить своего отца. Зачем ему тогда писать письмо и отправлять его? Зачем тогда ему такое писать? Очевидно же, что его тоже обвели вокруг пальцев. Слушай, Нуран, разве еще вчера отец этого бродяги не приходил и не орал нас тут, а? Они все врунишки, они все подлые люди, бессовестные. Разве можно им верить? Ты все верно говоришь, Яшарушка, но... Как ты можешь все еще хранить это письмо? Или отныне жената? Что будет, если ее муж увидит это? Порви и выброси. Чтобы Илюнь не видела. Вы чего порознь ходите, будто сослуживцы, а? Детишки, вы отныне муж и жена. Доченька, ну же иди к своему муженьку, возьми его за руку, ну же подойди к нему. Остались позади те дни, когда вы скрывали свою любовь. А ты не можете спокойно переживать вашу любовь. Ну-ка, давайте. Держи своего мужа за руку. Ну, пойдемте. Эх, дорогуша. Как же мне больно за этого ребенка. Из-за вранья своего отца он так настрадался. Нуран, дверь стучат, почему не открываешь? Это детишки, я открою. Мама. Дитя мое, моя дорогая доченька, добро пожаловать. Сынок, поцелуй руку отца. Отец. Мы пришли повидать вас.
Добро пожаловать, проходите внутрь. Хорошо, что вы пришли, проходите. Ну-ка, заходи. Вы идите, я кекс вытащу и приду. Ягас. Дитя, что ты здесь делаешь? Вывернули это на вокзале. Надеюсь, она будет доволен тобой. Я весь день искала его дома. Как же я расстроилась, что она потерялась. Спасибо. Это вам большое спасибо. Ну ладно. Я больше не буду тревожить вас. Всего доброго. Ягас. Я рада, что ты отказался от поездки. Надеюсь, в кратчайшие сроки ты перестанешь испытывать боль, дитя. Надеюсь, ты тоже будешь счастлив, как и Илюль. Боже мой, ну Ранушка, у меня спина разболелась, я столько бежала на свадьбе. Боже мой, никак не могу успокоить эту боль. Эй, Люль, дай-ка мне подушку, которая за тобой, а? Отец, что это? С самого утра я это искал. Я в этот конверт положил счета, доченька. Я искал это везде искать. Ну ладно, я нашел. Да, видишь, нашелся нормально. Я сказал, выкинь это письмо, Нуран, почему ты меня не слушаешь? Едва ли Илюль не увидела. Зачем ей читать письмо от бывшего, когда рядом стоит муж и свекровь, а? Ты прав, Нуранушка, прав. Ты не здесь. Я выкину, дай. Тише, я забыла принести сахар. А, изменился график, да? Да, поняла, хорошо, спасибо. К тому же для меня это будет гораздо удобнее. Я в названное время приду в кафе. Хорошо, увидимся. Что такое, Илюль? Куда держишь путь? Ты что, продолжишь работать в кафе этого работника? Да. Я много лет там работаю. Когда начала там работать, не было ни тебя, ни Ягызы. А сейчас из-за мужества я не планирую бросать работу. Это... Дорогая, я из-за беременности твоей. Ты не волнуйся, нормально все. Люди много месяцев работают беременными. Я тоже смогу. Так понял, у нас с тобой есть дела, да? Посмотри на ее поведение. Ну ты подожди еще. Свадьба произошла. Ну и, конечно, я знаю, как направить тебя на путь истины. Эй, Люль, я тебя подброшу до кафе. Да не стоит, я сама дойду. Какое кафе? Ты что, продолжишь работать? Причем в этом кафе? Причем с этим Ягызом, мама? Ты не лезь в эти дела. Я жене доверяю. Если хочет работать, пусть работает. Ну хорошо, пускай работает. А я никак-никак доеду. Сяду на маршрутку и... Вы отправляйтесь. Давай, ты иди. Илюль, ты останься. Я тебя подброшу. Не надо идти пешком. Беременную вставать не надо. Пойдем. Ну ладно. Давай, ты иди.
Боже мой, кого только на дорогах не встретишь. Можешь ехать поаккуратнее? Ты прости, Илюсь, не увидел я. Вот оно, материнское чувство, да? Ты сразу хочешь защитить своего ребенка. Но ты не волнуйся. Я буду за вами хорошо присматривать. Я выращу его, как своего ребенка. Я буду таким хорошим мужем и отцом. Ты будешь обожать меня. Кто знает, может, тогда ты меня тоже... Можно мы не будем об этом говорить? Мы уже начали этот путь. Пускай все будет, как будет. Кстати, утром заправляясь, я увидел это. Я застали с какой-то девушкой. Какая мне до этого разница? Зачем ты это мне это даешь? Он нашел себе сразу кого-то. Ну, конечно, такой. Найдет. Но ты права, какая тебе до этого разница, да? Мы приехали, ладно, я здесь сойду. Эй, Люль, в конце дня я заберу тебя, хорошо? Береги себя. Первого дня после свадьбы ты пришла на работу? Могла отпроситься? Не стоит. Жизнь продолжается. Будем смотреть вперед, разве не так? Где он? Где Ягвес? Ел, да? Что происходит? Что ты здесь делаешь? Мне очень плохо, Ягвес. Я опозорилась. Опозорилась перед всеми. Почему ты опозорилась? Ты не знаешь, что происходит в мире, да? Вся Анкара нас обсуждает. Как это нас? Кого ты имеешь в виду? Нас с тобой? Да. Смотри. Наши фотографии в газетах. Вчера вечером, когда мы были пьяными, нас фотографировали и отправили по газетам. Елда, ты чего выпьешь? Что это за фотографии? Все плохо, Ягвес. Если отец узнает об этом, он приедет сюда. Боже, что же я теперь буду делать? Прошу, помоги мне. Давай пойдем поговорим с ним, а? Убеди его, что мы любим друг друга. Извините, можно мне меню? Елда, хватит. Хватит плакать на люди. Пойдем в одиночестве, немного подышишь. Что теперь буду делать, Ягвес? Я опозорилась. Отец сильно разозлится. Прошу, давай поговорим с ним. Я не хочу быть в его глазах плохим человеком. Елда. Прости, но я не купился. То есть как? О чем ты говоришь? Елда. Хватит играть. Это ты организовала появление этих фотографий в газете. И мы оба это знаем. Перед тобой не ребенок. Что ты такое говоришь? Я что, сумасшедший? К тому же, зачем мне идти на это? Хорошо. Буду говорить на понятном тебе языке. Послушай, я на это не поведусь.
Ты подумала, что я глупый и сижу на месте, да? Но будь уверен, я не такой. А сейчас? Так же, как ты способствовал появлению этих фотографий, ты способствуешь их удалению. А, если не удалишь, как знаешь. Потому что меня это не волнует. Но я... Послушай. Видишь, вот там, остановка такси. Вызови себе оттуда такси, а потом уезжай отсюда. Я больше не буду тебя видеть здесь.